Помнишь, да, где моя лошадка, чувак, подскажи. Я что-то не помню, как она выглядит. Там в спешке убегал, понимаешь. Как определить, которая из них моя? А, вот. И украсть ее. Так, не подходит. Во! Вот она, моя лошадка. Алена ее зовут. Тюлапка. Давай, пошли, 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 пошли. А как выйти отсюда? Эй. А, вот так вот, что ли? Нет. Это я встал на ней. А, или это мы так разворачиваемся? О, жесть. А, точно, это разворачиваюсь. Лошадь из крыши торчит. Ну давай, поскакали. Эй, шишей. Левитация. Круто. Ну, как отсюда выйти? Давай, 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 давай. Класс. На грани фантастики. Ну-ка, слезь как теперь с нее. Зашибись. Летающая в стойле лошадь. Ну давай, выскакивай, эй. Здорово. Лошадь. Чего с лошадью ничего не делается? Так, сила 4, ловкость 2, живучесть 2, красноречие. Ох, ты прокачал. Так. Да, вот теперь вопрос, как с нее слезть? Как ускакать отсюда вообще? Ну все, ребята. Вот это попадос называется на пустом месте. Помогите, люди! Люди! Кто-то на нас с лошади порчу навел. Летающая лошадь, капец. Главное, идем куда-то, смотри-ка. Так, карта, да? Ристалище. Так, ну-ка, если воспользоваться быстрым переходом. Ну-ка, ну-ка. Может, это нам поможет выбраться отсюда. Из того заколдованного места. Так, а, нет, подожди, это же не так делается, то вот так. Карта. Вот переход. Тальберг. Опа! Ты не можешь начать быстрый переход отсюда. Зашибись. Ну, это полный попадос. Если меч достать. Ну, классно. Эхо! А если факел достать? Что-нибудь достается? Народ, вас ничего не удивляет? Тут всадник на летающей лошади из крыши торчит. Не слезть, не встать, ничего не сделать. Ну-ка попробуй. Беги. Текущая задача. Да. Кодекс. Куча всякой информации про средневековье. Ну что?
Походу, выхода нет, кроме как заново начать. Слезть не могу. А может скачет-то куда-то, он встает. Да. Так, если боком-то пробовать слезть. Другим боком. Короче, это беговая дорожка для лошади. Побежали, 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 побежали. Поскакали, поскакали. Так, ну все. Короче, я сдаюсь. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.